Еще 14 бойцов Красной Армии, погибших на Карельском фронте, предали земле. В Медвежьегорском районе завершилась 25-я экспедиция Челябинского поискового отряда «Медальон». Подробнее об ее итогах узнаем у Александра Кокорина. Бойцы Челябинского поискового отряда «Медальон» в Карелии уже 25-й раз. Четверть века они ежегодно приезжают сюда, на эту землю, где воевали их земляки, солдаты южноуральских воинских соединений. За это время они обнаружили останки почти 1000 красноармейцев, которые покоятся здесь у мемориала вдоль трассы Санкт-Петербург-Мурманск. В том году, да, был найден медальон, приезжали родственники, они поставили памятник. То есть можете увидеть его. В далекую республику челябинские школьники и студенты приехали каждый со своей целью. У меня здесь служил прадедушка. Он не вернулся. Так, ну погиб. Я вот решил его найти, съездить, попытаться. Поначалу, да, было трудно. Мы ходили на большие дистанции, мы копали. Для девушек это тяжело копать, как ни крути. Комары, те же самые, погодные условия. Но это все отходит на второй план, как только появляются результаты нашей деятельности. Они видят в реальности, в каких условиях воевали их земляки. Ходить по болотам, переправляться – это не такая легкая задача. И поэтому многие задавали вопрос, а как же солдаты, плюс еще боевой амуниции, еще в шинелях, в валенках, там, в сапогах. То есть как бы они начинают понимать, как бы одно дело – это видно в компьютерные игры, а когда ты окунаешься и зайти можно здесь в лес, вот они, эти окопы, блиндажи, стреляные гильзы и так далее. Вот оно напоминание войны. В годы Великой Отечественной Челябинская область была местом формирования воинских частей и соединений, в том числе 367-й стрелковой дивизии и 65-й морской стрелковой бригады, которые участвовали в кровопролитных боях в Карелии. Вот очередная экспедиция подошла к концу. В последний день раскопок поисковики предали земле еще 14 солдат, бойцов Карельского фронта. В этот раз ни одного медальона обнаружить не удалось, но ребята из Челябинского поискового отряда обязательно сюда вернутся. Александр Кокорин, Алексей Миронов, Антон Егоров, Вести Карелия, Медвежьегорский район.